Казусная авария произошла в субботу на ведомственной дороге НХК рядом с управлением. Водитель «Волги» припарковался так, что загородил проезд трамваю. Вагон уперся дверцей в зеркало заднего вида легковой машины. Аварийной бригаде потребовалось время, чтобы справиться с проблемой. Все это время другие трамваи стояли в пробке. В итоге зеркало отодвинули, движение восстановилось. ГИБДД предстоит проверка.